Ну что, друзья, здрасте. У нас сегодня со Светланой две годовщины. Ну, как всякого 22 ноября у нас две годовщины. Одна годовщина – это как мы поженились в 75 году, 22 ноября, а другая – в 90-м мы приехали в Соединенные Штаты. Так что две годовщины, 46 лет, как мы женаты, и 31, как в США. И вот я хочу сказать, что мы неплохо отмечаем. Мы еще вечером в ресторанчик пойдем. Но вот я хочу сказать, что вот один конвертик я сегодня отправляю с номером социального страхования девушки, которая зовут Мария. А вот тут такой коричневый конвертик. Это семейство Демирбековых получает 4 номера социального страхования. И это еще не все. Их на самом деле гораздо больше. Но вот часть попала к нам, а часть попала не к нам. Вот мы в нашем вот этом здании, где мы находимся, мы складываем, вот тут у них почта, а потом из органов компетентных придут и заберут. Так что поздравляем не только нас с праздниками, но и наших вот зрителей, которые продолжают получать свои грин-карты и номера социального страхования. Пусть будет больше.